Сотни туристов из России хотят, но не могут вернуться на родину. Отдыхающие пострадали от масштабного сбоя в работе авиакомпании. ВИМ Авиа больше, чем на сутки задерживает вылет 5 рейсов из турецкой Анталии в Россию. Задержки у перевозчика начались несколько дней назад, рейсы были отложены или отменены. Также пока неизвестно, получат ли туристы денежную компенсацию за задержку рейса. Как сообщили в Росавиации, после разбирательства причиной задержек стали долги авиакомпании перед поставщиками топлива. По информации областного департамента туризма, в настоящее время в Турции находится порядка 600 туристов из нашего региона. Вылеты из аэропорта Анталии выполняются с задержкой в связи с переносом чартерных рейсов. По информации Ростуризма, задержки связаны с техническим обслуживанием бортов. Помощь туристам в этой ситуации оказывают туроператоры, организовавшие поездку. Однако на настоящее время соответствующих обращений к операторам не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле. Ожидается, что отправка туристов состоится в ближайшее время.